12 июля отмечается День фотографа. В этот день рассказовские фотографы стараются собраться вместе и каждый раз придумывают новые форматы встреч. В этом году второй раз проводится «Сушка в Рассказово». Международный выставочный проект по обмену фотографиями объединил более 100 городов из разных стран. Идею подхватили и у нас. О большой сушке, ярких работах и талантливых фотографах смотрите наш сюжет. Проект «Сушка в Рассказово» объединил начинающих фотографов и профессионалов своего дела. Суть его в том, что фотографии вывешиваются на натянутых веревках и прикрепляются бельевыми прищепками. Любой снимок участник может забрать себе, забронировав его заранее, либо обменяв на свою работу. В этом году вторую большую сушку организовал фотограф Марк Поликашин. Главная цель – показать фото людям, чтобы они увидели всю красоту родного края, а на фотопортретах смогли узнать своих знакомых. Портретную съемку Марк решил не так давно освоить. До этого он фотографировал только природу. Потому что природу не надо руководить, она есть на одном месте. И стоишь и смотришь, где как лучше свет. А человека нужно крутить, вертеть, смотреть, с какой стороны он лучше смотрится. Опять же, со светом тоже с ним более сложно. Вот. С природы проще. Интереснее и приятнее. Пришел портретом, потому что мне они не получались. И как бы хотелось бы в этом плане себя подтянуть, чтобы научиться этому. Начинающий и подающий большие надежды фотограф Дмитрий принес на сушку 5 портретов. Он впервые принимает участие в этом проекте. Портретной съемкой Дмитрий увлекается давно. Для него главное уловить, передать и раскрыть красоту человека. Вот это вот вообще незнакомая девочка, например, и я ее совершенно не знаю, просто она мне очень понравилась, я когда гулял. И очень рад, что заметил ее, потому что у нее очень необычная внешность, и она очень красивая. Светлая. Несмотря на то, что Дмитрий увлекается портретной съемкой, ему больше всего понравились фотографии природы. Вот эту необычную работу он хотел бы забрать с выставки себе. Говорит, что она чем-то напоминает картину Ван Гога. Автор работы – Марк Поликашин и его друг. Выдержка позволила запечатлеть движение звезд. Это придало фотографии особую атмосферу. Полина и Анна – творческий тандем фотографа и модели. Подружки-одноклассницы сработались давно и, как говорится, понимают друг друга с полуслова. А готовые работы впечатляют как модель, так и фотографа на дальнейшие подвиги и эксперименты. Ой, не знаю, у меня подружка волшебный фотограф, очень нравится. Каждый снимок, просто, который она мне присылает, вот ВКонтакте мы с ней общаемся, просто волшебный. Я просто в восторге от ее фотографии. Начала я заниматься фотографией весной 2011 года. Вдохновила меня на это дело одна замечательная девушка, которая живет в Тамбове. Посмотрев ее работы, мне захотелось попробовать себя, передавать эмоции и пытаться сказать что-то путем фотографии. И постепенно я иду, совершенствуюсь и развиваюсь. Каждый гость сушки голосовал за понравившуюся фотографию. Самыми популярными оказались работы Александры Сундаревой и Алексея Литвинова. С перевесом в один голос девушка стала победителем сушки в Рассказово. Но, со слов организатора Марка Поликашина, в этот день практически никто из фотографов не ушел домой со своими фотографиями. Все работы разобрали участники и зрители проекта «Фотосушка». Наталья Киселева, Юрий Архипов. Новости ТВ Рассказово.